Самому, можно сказать, молодому 55, а самому старшему участнику 83. Глядя на этих бабушек и дедушек, понимаешь, возраст спорту не помеха, особенно когда занимаешься в удовольствие. Среди них нет профессиональных игроков в настольный теннис, все любители, но за плечами каждого уже немалый игровой стаж. 7 лет назад я была на каких-то больших соревнованиях, и мне понравился сам звук мяча. Я подошла к тренеру, к нашему, и сказала: научите. И он меня научил. Вот лет 7 я езжу. Ну, как бы в возрасте 10 лет я уже занимаюсь. Двигайтесь и будете жить долго. Мне уже в этом году будет 70 лет. Я получаю удовольствие от игры. Полезный вид спорта. Движение. В первую очередь движение. А движение – это жизнь. Ты приходишь за стол, и у тебя задача там научиться играть, выиграть и как бы получить удовольствие. Вот, там, и все. И ты забыл сразу о том, что у тебя там дома было, свои проблемы. Этот спорт наиболее для человеческого тела полезен. С точки зрения как нагрузки, так и не травмоопасно. В зональном этапе турнира по настольному теннису среди участников проекта «Активное долголетие» приняли участие 6 команд из городских округов Московской области. Всего спортсмены провели более 40 встреч, играли по 3 партии до 2 побед. Победное очко в копилку своей команды мог принести каждый. Но люди того поколения, видимо, раньше и во дворах было всегда, очень активно играли в теннис. И сейчас они вспомнили свою молодость, юность и замечательно играют. По итогам турнира первое место заняла команда долголетов из Орехово-Зуевского городского округа. Теперь наши бабушки и дедушки представят Восточное Подмосковье в финале областных соревнований по настольному теннису, которые пройдут в сентябре.